Всегда так прикольно, когда вот так оденешься и ждешь. Мне сам процесс одевания тоже нравится. Эту всю экипировку. Так, осторожно. Привет. Нормально, нормально. Нет, в другую сторону переворачивайся. В другую сторону. Сейчас направо не могу ходить. Так ты вот так просто перевернись два раза и туда поедешь. Здесь так красиво, дорогие мои друзья. В эту сторону. Это просто непередаваемо. Классно. Да, да. Вот это жарко, чувачку, конечно. Я надеюсь, он не против. О. Спасибо. Так, итак, я спускаюсь вниз, чтобы поесть. Я похожа на пельмешку. Оу. Я надеюсь, меня не собьют, пока я здесь сижу. У меня просто ноги устали, я отдыхаю, понимаете? Ой, хорошо. Здесь так много людей. Здесь очень много людей. Все так классно катаются. Ух ты, в запретную зону поехала. Вот ты дает, ну дает. О, сейчас, смотри, сейчас прыгнет. Опа. И съедет сейчас. Ой, блин. Опасно я, конечно, сижу. Ребята, надо валить отсюда. А что они не съезжают? Долго я вас ждать буду, пока вы съедете. Ух, съехали. Ну ладно. В следующий раз попробуем на борде. На чем блаке я на борде, что-то боюсь кататься. Здесь какие-то склоны дикие. Здесь есть один склон наверху. Вот он нормальный. Такой маленький. И пологий. Очень классно. А тут, конечно, покруче. Тут, конечно, да. Очень много людей. Очень много людей. Очень много. Мы ушли. Там очереди, я извиняюсь. Там очереди гигантские. Это просто невероятно. Ух, ну ничего. Вовремя смылись. Завтра будет... Вторая часть. Завтра мы еще раньше приедем. Я устала. Едем кушать. Смотри, полные паркинги. Здесь паркинги, абсолютно полные. Там тоже, везде полные паркинги. Чтобы вы понимали, насколько длинной была очередь, то я вам скажу, что вся эта колонна путников на стальных верблюдах длилась до самого подножия, когда начинается сам город. Мы машины? Нет, батон внизу. Итак, дорогие мои друзья, именно так я провела третий день Нового года. Что же, это было невероятно. Это было бешено, ребят. Это было бешено. Я развивала бешеные скорости. Хотелось бы мне так... Но я сегодня хорошо на самом-то деле покаталась. Я большой молодец. Моего котика забрали в ветеринарную больницу, потому что ему почему-то плохо. Надеюсь, что все будет хорошо и его вылечат. А моя кошка очень сильно рада тому, что его нету. Вынуждена вас огорчить и расстроить, но это необходимо сделать для того, чтобы держать вас в курсе происшествий. Пока я здесь говорю о том, что Ася рада отъезду Сосо, я еще не знала,
что она сама не выдержит инфекции, из-за чего покинет нас, а Казахстан, в особенности Алматы, охватит ужас и катастрофа, но мы это пережили, чему я очень рада и благодарна. Прошлогоднее видео, делать еще первый день мой Нового года, и второй день Нового года, и третий день Нового года, завтра будет четвертый день Нового года, и который я тоже, наверное, буду снимать. Это у меня такая этакая серия, понимаете, подборочка, которую я не делаю. У меня еще куча-куча видео для вас с Исыкуля, с моих летних каникул. Так что, мои дорогие друзья, не забываем, мои дорогие, мои хорошие, не забываем подписываться на канал. И я желаю вам всего самого наилучшего, хорошего в этом новом году еще раз. И буду желать каждое свое видео, чтобы у вас все было все хорошо. Bye!